Привет, с вами Барсук, и у нас сегодня тестирование Майнлаба Equinox 800 на разделение целей и качество дискриминации. Более подробный ролик проходил в онлайн-трансляции на Фейсбуке, можете тоже ознакомиться, там немножко другие цели были, и в другом ракурсе я их там выставлял и тестировал. Настройки я использовал на Equinox точно такие, как на Фейсбуке. Почему такие? Вы можете посмотреть этот видеоролик, и вы поймете. Я там аргументировал, доказывал, показывал, почему именно такие настройки. Сравнивал приборы я по просьбе кладоискателей с Noctai Amphibio. Протестируем этих два прибора, посмотрим, как они по дискриму, посмотрим, как они разделяют. Ну и кому что понравится, выбирайте, покупайте, будут вопросы, звоните, задавайте. Чего еще интересного, как видите, у меня стоит карбоновая штанга. Полностью вся карбоновая. Алюминиевый сверхлегкий подлокотник, который можно регулировать, сужать, разужать. Так называемый авиационный алюминий. Ему ничего не будет. Еще ни одного случая, и даже это незаметно по краске. Видите, насколько я уже согнул. И главные плюсы, что ребра завернуты в середину, не нуждается в затяжке. Плюс эта штанга вся идет компактная. Эта середина въезжает в эту, это соответственно в эту. И все стильненько. Красный-красный, красный-красный. Ну это понятно. Но еще самая главная изюминка, это вот этот адаптер, вставка, она позволяет изменить наклон ручки, то есть градус наклона ручки на более удобный. Можете, соответственно, выходить больше времени на такой штанге. Если вы хотите купить этот прибор, спрашивайте в магазине Фортуна, покажу ближе, metalliskatel.com.ua. Прибор, есть ли такой вариант, чтобы комплектовался сразу штангой вместо заводской, вот это стекло вообще, видите, как, а не карбон, вместо заводской карбоновой штангой. Поехали, теперь тестируем сам прибор. Начнем мы с первой цели, где у нас вот расставлены метки, там будут черные металлы. Ну, чуть на грунт фонит черным, но здесь понятно, что здесь четко цель. И с другой стороны. Смотрим, чего здесь у нас. Сразу показывать буду. Это ножик стоит острием. Вот так. То есть, ну, чтобы черным попадало. А в эту ячейку мы будем вставлять цель. Дальше, следующая у нас цель. Это кованый гвоздь размером в 4 сантиметра. Видите, чистый черный сигнал. И с этой стороны. Чуть-чуть где-то там подсветняет, но это редко сеет. Вот. Дальше здесь Г-образный. Я покажу его. Чуть-чуть подсветняет. Но изредка. Мне понятно, что это черный, к примеру. С этой стороны. Хорошо. И здесь гвоздь будет выше, а монета будет в ячейке ниже. Здесь со стороны, как видите, а здесь тоже выше будет цель. Вот. Покажу еще самую интересную цель. Это вот вторую, он Г-образный гвоздь, надеюсь, не оторвется. Есть. Ну, здесь плохо видно, но вот кончик этой проволоки. Она длинная, сантиметра 3. Засовываем. Где-то вот здесь будет цель. Дальше вынимаю эту цель очень аккуратно. Потому что она может запутываться в корнях, чтобы мы ее не оторвали. Вот такой Г-образный гвоздик. Вставляем его сюда. И дальше самое интересное. Начнем тестирование с монеты на ребре. Это динарий. Вставляю его в свободную ячейку. В данном случае крупная железяка и монета на ребре, но монета находится выше. Если ниже поставить, ну понятно, это уже приехали называется. Ничего не увидим. Так, оставляем. И приступаем к тестированию. С прохода черный сигнал, ничего не увидим, к сожалению. А, на 90 градусов. Черный. Дальше. Вынимаем монетку. Перекладываем в ячейку сюда, на ребре.
Здесь мне понятно, что есть цель. Отлично, справился эквинокс. Дальше, здесь на ребре, ну, практически на одном уровне уже. То есть не выше, практически на одном уровне. Но, ох, как далеко погружается. Где-то сюда вот, где-то здесь попадем сейчас. Отлично. Так, дальше вот снизу в ячейку. Ну, давайте попробуем плашмя. Тут плохо ходит. Сейчас, одну секунду. Итак, ну, я еще здесь не делал этот тест, поэтому как бы не подогнал это все. Но монета ближе на ребре. Ну, пускай так и будет. Вот. Проверяем. Черный. Еще сделаем интересный тест. Мы просто эту монету плашмя сюда вставим. Тоже недалеко. Гвоздь чуть дальше будет. Ну, тоже не вижу цель. Дальше отставляем майнлап и берем Нокта Амфибио. Не видел у нас в таком положении монетку. Если гвоздь выше, проверяем Амфибио. Тоже не видит. Но на ребро, я думаю, смысла нету ставить. Если плашмя не видит, то о чем говорить. Дальше здесь видела у нас все. Так, ну где-то приблизительно так было. Сейчас посмотрим, видит ли Нокта. Да, без проблем. Без проблем. Ну, попробуем здесь чистый черный. Вынимаем. Опять на ребро. Здесь четко видел, если я не ошибаюсь, Нокс 800. Это вообще просто без проблем тоже видит. Эквинокс и Амфибио хорошие приборы по разделению. Считаются одни из топовых. Я уже демонстрировал Деуса, почему он не может быть топом и близко равняться по разделению. Максимум его спасения — это маленькие катушки, которые на мусорках поможут пользователям. Поэтому, если ходите там по огородике, используйте маленькие катушки на Деосе и баланс грунта пляж. В данном случае не брал у нас Эквинокс и не берет с прохода и Амфибио. Так, есть. Теперь, зачем я это снес, мы меняем все местами. Выходит, вот здесь у нас по цели была одна, берем другую теперь, берем пуговку-гирьку. Это уже бронза, металлопластика, кто как называет. Итак, погружаю я ее вот так вверх пуговкой и пробую по разделению. Гиблое дело, большая железяка, при том, что она ниже, она глушит сигнал мелкого железа и ничего хорошего у нас не выходит. В данном случае... Здесь все просто. Также справлялась и с монеткой оба прибора. Дальше наравне. Ну, наверное, тоже справится. Я так понимаю, вот где-то вот сюда погружаем. Проблемы нету. А теперь ниже ставим цели. Опять черный не справляется. Берем Эквинокс. В принципе, результат абсолютно одинаковый. Если тот не справляется, то и тот не справляется. И здесь пробуем. Тоже не справляется. Здесь черный. Вынимаем. Засовываем. Справлялся у нас Амфибио. Справится, наверное, этот. Нет. Ну, знаете, что может еще быть? Я чуть дальше его засовываю, ближе. Оно может вот на этом отыграться. То есть здесь не факт, что выиграл Амфибио. Сейчас попробуем. Смотрите, идеально ровно. Попробую чуть ближе сюда. Ну, Амфибио где-то вот так было, наверное. Нет, в этом случае заблокировано дальше.
Нет, все-таки амфибию выиграл. Идем дальше. Вынимаем нашу цель. Здесь амфибию брал без проблем. И также эквинокс справлялся с монеткой. Надеюсь, что здесь подальше расстояние. Сверху справится и справляется. В одну сторону, но я понимаю, что здесь четкий цветной металл. Идем дальше. Ну, здесь амфибия не справился. Сейчас посмотрим, что скажет у нас Нокс. Нет, тоже не видит. Ну, вот, в принципе, такой ролик тестирования на разделение обух приборов. Чтобы вы понимали, по настройках амфибио был в 3 тона, без ЕУД отключено, это чтобы не подсветнял. И вот показываю вам настройки. Для разделения, правда, я допустил единственную ошибку. Я iSAT рекомендую ставить на 4,5 здесь. Но поверьте, не сильно оно сейчас бы спасло. И 20 кГц. Дальше, что касается Эквинокса, Парк самая быстрая программа. Мультичастота, режим металла в открыт полностью. Мне надо понимать, что к чему. Скорость четвертая показала себя лучше всего. Если я выставляю феррумы, чтобы они цветнили металл, то тогда просто все гвозди попадают в цвет. Даже на восьмерке. Я уже молчу про шестерку, пятерку и там на ноль и тому подобное. Поэтому вот так. Почему не на пятерке и не шестерке? На пятерке и шестерке у меня был вчера хуже результат. И здесь вот я проверял цель. Абсолютно все то же самое. Чувствительность я не использовал какую-то маленькую. Озвучку 50 тонов. Такую себе псевдополифонию. Ну, в принципе, баланс 44. Всем спасибо за внимание. До следующих встреч. С вами был Барсук на канале Фортуна. А вам удачи и здоровья. И идите в лес, такая погода офигенная. Рекомендую. Искать или отдохнуть просто бомба. А то скоро зима и не покопаем. Удачи!